Здравствуйте, дорогие мои подписчики! С вами на связи Виктория Копыченко, и сегодня я продолжаю серию видео про вывод денег из кошелька Payza. В прошлом видео я поставила на вывод, и все благополучно прошло. И в чем прикол как бы этого всего, что вывожу я не на верифицированную карту, а на простую электронную долларовую карточку. Электронная, так, сейчас покажу, какая конкретно. Вот интернет-карт Приватбанка. Эта карточка заказана именно в бэк-офисе Приватбанка, Приват24, то есть ее на руках у меня нет, она электронная. И, как я считала раньше, на такие карты нельзя выводить сейчас на Payza деньги, потому что здесь требуют верификации. Вот у меня три карточки на Payza. Гривневая карта, и только Visa подходит, MasterCard не подходит. Вот это у меня гривневая карта, это у меня виза долларовая, тоже электронная, но я ее прикрепляла еще больше, чем год назад, и тогда я ее каким-то образом верифицировала. На данный момент я прикрепила вот новую виза электрон, это у меня закончился срок действия, и ее никак нельзя верифицировать, потому что, видимо, поменялись правила на Payza. Нужно обязательно фотографию карточки. Если она виза электрон, то фотографии, понятно, никакой быть не может, поэтому она не верифицируется. Вот. Но тем не менее, я все равно поставила на вывод именно на эту карту, и деньги мне пришли. Я этому безумно рада, потому что теперь у меня есть возможность выводить Payza именно в доллары, потому что раньше я выводила, и мне приходили гривны. Вот, каким образом мы добавляем карту? Вот тут раздел бумажник или ее валит, кредитные карты, то есть я пользуюсь Google переводчиком. И вот открывается такое меню, и вот тут добавить кредитную карту. Вот, это несложно. И все, больше ничего делать с ней не надо. Заказывайте себе Visa Classic Electron Privat24, потом добавляете сюда. И когда у вас есть на счету достаточная сумма для вывода, а это 50 долларов, хотя я сейчас не уверена, потому что у меня на счету там 30 долларов, и я пыталась их вывести, и вроде бы меня пускает на вывод. То есть, как бы, если раньше, когда я нажимала кнопочку «Продолжить», меня останавливало, говорила, что у вас недостаточно средств на счету, то сейчас оно пропускает дальше. То есть, ну, я не вывожу 30 долларов, потому что комиссия 8 долларов в любом случае, независимо от суммы. И я не хочу терять эту комиссию. Ну, я так понимаю, что можно вывести и меньшую уже сумму. Вот, прошлый раз я выводила вот на эту карту Visa Classic Electron, я выводила сумму 217 долларов 59 центов. И выводила я ее 4 мая. И она у меня была в ожидании, и статус завершен 8 мая случился. То есть 4 поставила на вывод, 8 здесь как бы статус завершен. Но на карточку деньги пришли 11 мая. 11 мая мне пришли деньги, и чуть-чуть меньше, чем я ожидала, 205 долларов. Значит, здесь я выводила сумму 217. 8 долларов комиссия с Payza, должно было прийти 209 с копейками, да? Пришло 205 с копейками. То есть 4 доллара еще съел Приватбанк. Скушал. Ну, надо же ему тоже зарабатывать. Вот, собственно, и все. Как бы все гораздо проще. Может быть, кто-то об этом знал. Но мне многие спрашивают, задают вопрос, как выводить на карточку с Payza. Вот так вот я вывела на обычную электронную карту, не именную, без всяких там приколов, без верификации, просто поставила, и они пришли. И пришли они, 4-го поставила, 11-го пришли. Деньги пришли через неделю. Нормально. Вот, хотя здесь пишут, что вывод, тут сейчас уже нету, в течение там от 3 до 4 рабочих дней вывод написано. Покажу, что вот выводится, я
Вроде как можно вывести меньше сумму. У меня на счету $30 30 центов. Вот она. Нажимаем вот эту кнопку. Это вывод средств. Нажимаем кредитная карта. Вот 2-5 рабочих дней было написано. Выбираем доллары, выбираем карточку. Вот у меня вот эта карточка. Количество денег. Подробности я, кстати, писала тут Пейза, но мне ничего не написано. Не написано. Я думала, что придет с пометочкой Пейза денежка. Нет. И вот прошлый раз, ну, один из прошлых разов я пробовала, у меня тоже было 30 там с копейками, я пробовала выводить, нажала на кнопку «Следующий», «Продолжить», то есть, да, и у меня было написано, вот тут вот красненьким было написано «Недостаточно средств на счету». Сейчас написано, что сделка будет завершена в долларах, но сумма вывода будет отображаться на вашем банковском счету в местной валюте. Ну, то есть, смотря на какую карту, короче, я вывожу. Я вывожу на долларовую, и вот мне пишет, что, видите, комиссия $8, из 30 я 22 получу. Тут у меня пин-код, ну, у меня автоматом вписывается. Если я сейчас нажму на вывод, скорее всего, эти деньги выведутся. Хотя не факт, может быть, и напишет дальше, что недостаточно средств. Но я не хочу этого делать, потому что, естественно, ну, вы поняли, я хочу, чтобы здесь была большая сумма, хотя бы $100, тогда я буду выводить и платить комиссию. Вот, на этом мое видео подходит к концу. Я благодарна вам за просмотр. Если у вас появятся вопросы, оставляйте их под видео. Вот тут кнопочка подписаться, нажимайте на нее. Если вам полезно было, ставьте лайк. Тоже буду спасибо вам говорить за это. И оставайтесь на связи, и встретимся на YouTube. Всем пока-пока!